Thank you.
нас на ютубі 24 каналу. Мене звати Анастасія Мрітина, і сьогодні у нас в гостях Ольга Романова, основателя фонду «Русь-Сидящая». Ольга, здравствуйте. Рада вас приветствовать. Добрый день, еще рада. Сначала были солдаты, потом зеки, а уже прихожане. Российская православная церковь создает собственные частные военные компании, сообщает об этом СБУ. Одна из таких ЧВК под названием «Андреевский крест» действует на базе гражданского морского судна в Петербурге. Ее представители вербуют прихожан для дальнейшего включения в состав российских войск. Ольга, а вам известно что-то об этих ЧВК и кто ими руководит? Ну, то, что Российская православная церковь очень воинственно настроена, это было где-то довольно давно. И нас вчера, я бы сказала, что всех в мире поразило вчера выступление патриарха РПЦ в Сарове, где он, в общем, назвал ядерную бомбу абсолютно священным и вполне себе допустимым. Поэтому создание ЧВК таким крупнейшим пропутинским институтом, мне кажется, было ожидаемо. Тем более, что на самом деле РПЦ сейчас не хватает таких новостей такого рода. Потому что известно, что у патриарха Кирилла есть злейший конкурент. Это духовник Путина Шевкунов. И Шевкунов сейчас отправился в Крым, назвав его попутно Колымой, что его заслали на Колыму. Тем не менее, никто не удалял его от тела президента, он по-прежнему остается влиятельным на мозг этого человека, собственно, идеологом. И Кириллу надо было чем-то на это ответить. Конечно, создание частной военной компании в Русской православной церкви – это достойный ответ. Вот, кстати, немножечко деталей, это СБУ, что после зачисления наемников в ряды ЧВК они проходят курс военно-тактической и огневой подготовки под руководством инструкторов из российских спецслужб. Ну и для маскировки своих боевых тренировок делают это все на территории собора. И, как пишет СБУ, финансируются такие ЧВК представителями финансово-промышленных групп, приближенных к Путину, и деньги поступают на счета РПЦ в виде благотворительных взносов и пожертвований. То есть и здесь замешаны спецслужбы РФ. Вы знаете, я несколько лет назад очень просила меня познакомить в Берлине с человеком, который бы работал в спецслужбах, лучше всего в ФСБ, и который был бы оттуда бы изгнан за то, что он представитель ЛГБТ. Есть такой длинный человек, который познакомил, я очень долго пыталась Yeah.
классикой. И теперь православный крест, да, начинает наконец свои концы и идет туда же. Ну что ж, я думаю, да, помимо прихожан, которые в том числе есть среди них считающие себя верующими людьми, я не думаю, что есть настоящего верующего в этом войске, потому что верующий человек не пойдет на войну убивать украинцев. По-настоящему верующий человек не будет этого делать, вообще не возьмет в руки оружие. Это люди, которые считают, да, что они верующие, как их только научили держать свечки и бывать поклонные по этому поводу, они думают, что они попадут в рай. Thank you.
готовиться к прилету инопланетян. Побежали, бомбардируйся. Инопланетяне со мной. Объявили, что все надо бежать, пока не началось. Лет со дня открытия оперы «Хаос». Праздник, можно сказать. Завтра все бесплатно, все, что хочешь. А сегодня нет.
why not? Yeah. Do you mind coming back a little bit? Because I can't. All right. Yeah. Oh, that's so good. Oh, thanks. I'll just do one more. Get a bit more detail. Thank you.
This is a customer. It's what happens when marketing...